Что за... Где я? Меня? Ну, начнем. Итак, любопытно. Хватит ли у вас силёнок? Вы вдвоем сыграете в игру. И тот, кто победит, выберется отсюда живым. Будьте начеку. Ведь это вопрос жизни и смерти. Вашей. Любите карты? А ну еще бы. Я вот придумал игру специально для вас. Правда, мы тут не на фишки играем. Понимаете, о чем я? Эй, он сказал, что отпустит победителя. Ты кто такой? Что скажешь? Веришь этому уроду? А сейчас я объясню правила игры. Вы ведь знаете, как играть в блэкджек, так? Просто тянете карты, пытаетесь набрать 21. Набрали больше 21 и проиграли. Стой, это безумие! Что ж, помолитесь, и да начнется игра! Блять, ты издеваешься! Ну что ж, Кленси, братан, ты первый. Либо тянешь карту, либо остаешься при своих. Твоя цель 21. Ты же умеешь считать? Еще одну. Итак, Хоффман, теперь ты. Карты пронумерованы от 1 до 11. Без повторений. Одна колода на двоих. Я пас. Еще одну. Я пас. Еще одну. Я пас. Я пас. Ладно, карты на стол, парни. Победил у нас... Хоффман! Что ж, проигравший платит ставку. Что? Стой! Стой, 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 стой! Ты псих ебанутый, ты все-таки сделал это! Да, охрененная игра, правда? Повысить ставки на пальцы. Что я сделал? За что мне все это? Еще одно. Я пас. Я пас. И победил у нас... Хоффман! Прошу, не надо! Не сдавайтесь, ребята! Еще раз проиграешь, и дрочить больше не сможешь. Я пас. Я пас. И победил у нас... Кленси!
ты! Нет, 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 нет! Нет, прошу! Больно, небось? Я Бас. Еще одна. Я Бас. Я Бас. И победил у нас... Кленси! О, боже! А теперь ты меня отпустишь, да? Таковы правила. Хотел бы я еще немного позабавиться. Нет, мне нужно домой к семье. Еще один раунд. А, ай да молодец, Хоффман. Извини, Кленси. Кажется, у нас будет еще один раунд. Какого хуя? Что за... Эй! Эй, что происходит? Валя! Просто добавил кое-что особенное по такому случаю. Уже поняли, а? Да ладно, наверняка уже догадались. На этой крошке раньше людей казнили, а я ее немного подлатал. Датчики, видите? Ток усиливается после каждого вашего проигрыша. Спросите, какие, Лукас? Гляньте-ка сюда. На предельной мощности вы буквально засветитесь от счастья. Кто-нибудь вытащите меня из этого дурдома! Знаете что? Я думаю, пора добавить изюминки в игру. Видите новые карты? Они особенные. Если вам не везет, то можете попробовать отыграться с их помощью. Еще одна. Да, еще. Еще одна. Я Бас. Я Бас. И победил у нас... Кленси! И сразу переходим к следующей игре. Еще. Я буду дома. У меня семья. Еще одна. Да, еще. Я Пас. Да, еще.
Я пас. Я пас. И победил у нас... Кленси! Нет! Боже, я не могу умереть вот так. Шоп! Помогите, помогите. Мелисса, подожди чуть-чуть, доченька. Папа сейчас выиграет. Еще одно. Да еще. Я пас. Да еще. Еще одно. Я пас. Я пас. И победил у нас... Кленси! Ой-ой. Кажется, Хоффман только что выиграл утешительный приз. Нет-нет-нет! Ты шутишь! Не убивай меня! Не убивай! Не убивай! Он мертв. Ему пиздец, так ведь? Скажи, что игра закончена. Ладно, Кленси, ты честно выиграл. Придется тебя. А? Чтоб мне провалиться. Глянь на Хоффмана. Я Хоффман. Я в полном порядке. Давай-ка сыграем еще раунд. Ты слышал? А, Хоффман, живучий ты сукин сын. Как он и сказал, сыграем еще один раунд. Да что с тобой не так, сука? Ты обещал меня отпустить. И ты, долбоёб, поехавший, отвечай. О, ну и что теперь-то, блядь? На наш суперфинал я пригласил почетного гостя. Встречайте, мистер Пила. Так, вот расстояние до Хоффмана. А вот, Клэнси, расстояние до тебя. Это и будет твоя ставка. Просто представь, что это массаж, типа шиатсу. И постарайся получить удовольствие, ведь это последний массаж в твоей жизни. Теперь ты ходи. Тебе это нравится, да, сучара?